Здравствуйте, Владимир. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 1,8 до 16. Это калибр, упаковочка. И вот он, ваш одуванчик. Перед тем, как наклеивать одуванчик, сначала вы по инструкции доработаете объектив под ваш переходник. И только после того, как вы уже доработали объектив, после этого вы можете опять этот переходничок снять и наклеить на него одуванчик. Потому что если вы сразу наклеите одуванчик и начнете дорабатывать объектив под переходник, то вы рискуете сломать одуванчику контакты. Вот. Перед тем, как наклеить одуванчик, вот вы прикладываете калибр и вот, на калибре есть такая вот лапка, то есть калибр представляет собой как половинку байонета. И вот в этом месте, где на калибре выступ, вот таким образом вы прикладываете одуванчик. Смотрите, если калибр полностью прижат к краям переходника, то одуванчик чуть-чуть задней частью выступает за край вашего кольца, вашего бортика. Нужно чуть-чуть одуванчик сдвинуть вперед, чтобы его задняя стенка точно совпадала с краем, с внутренним краем вашего переходника. Вот. И в первую очередь нужно вот в месте, где будет наклеен одуванчик, зачистить хромированное покрытие. То есть сняли хромированное покрытие до желтого металла, обезжирили. Также немножечко можно надфилем с обратной стороны сделать поверхность одуванчика шершавой, тоже обезжирить и наклеить. Для наклейки лучше всего использовать суперклей Момент Гель. Он не так быстро засыхает, и вы сможете подвинуть одуванчик во время наклейки. Самое главное, не наливайте клей из тюбика на кольцо, а наносите его с какой-то другой поверхности, спичкой или зубочисткой. То есть возьмите немножечко клея, капните на любую поверхность вне кольца, и спичкой или зубочисткой буквально очень тоненьким слоем нанесите его на место наклейки одуванчика. Потому что если пары клея или немножко клея попадет на контакты, они его закупорят, и одуванчик у вас работать не будет. Желаю вам успешной установки. Спасибо за внимание. Сейчас я все это дело упакую и отправлю вам.